радиатор у нас для двигателей идет что для 0,8, что 1 литр одинаково. Поменял старый радиатор на новый. Толщина металла, которая у нас загибается на емкости, и здесь она гораздо толще, чем в заменителе. Здесь металл потоньше. Ширина самой решетки в заменителе по сравнению с оригиналом гораздо толще. Скобу, которую держит у нас вентилятор, я изначально убираю, когда разбирал предыдущий, там эта скоба полностью соржавела. Скобу убираю и вместо нее ставлю подлиннее болт. Если посмотреть, в каком состоянии у нас соты находится, вот в каком они состоянии на новой. Приятно посмотреть. Ну а так больше никаких существенных отличий нету. По крепежу болт, что здесь фиксатор и здесь. Вот радиатор я поставил на место. Соединил назад все шланги.